Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале, и сегодня в этом видосике мы с вами обсудим новые дебафы в лабе. Пройдем третий этаж, а также скажу, что вот-вот у нас запустят удвоение монет по, да, в искаженном мире. Так что будем получать больше эссенции монет по, и в принципе это ништяк. Но пока идет удвоение как раз-таки в доске розыски, это тоже неплохо. Вот, ну и что могу сказать, давайте проходить лабу, да, давайте проходить третий этаж, и первый, второй я прошел, пачки у меня там собраны, исходя из фракции, это громивы, могилы, подземные и небесные, в принципе, неплохо и нехорошо, но в громивах неплохо себя показывает крен, да, там пачка через Крега, Тайдуса, Софию, а в могильниках Сайлас, Грыжа, допустим, там, я не знаю, Деймон, у меня также используется Один, а Фару в этот раз я не ставлю, и набрал я энергию также подземным и небесным, ну ладно, сейчас об этом чуть позже, да, давайте посмотрим на дебафы. Количество урона, получаемого вражескими героями от любых атак, кроме особых способностей, снижается на 30%. То есть, понимаете, особые способности будут бить сильнее, чем белые атаки. Поэтому сразу накапливаем энергию от боя к бою, юзаем и просто всех убиваем. И количество урона, получаемого врагам от особых способностей, повышается на 30%. О чем я вам и говорил. То есть от навыков вы будете, ну как бы, больше наносить урон. Второй, боевой дух. Союзный герой теряет по 30 очков ускорения, зато их восстановление энергии повышается на 20%. Ну, нормально, в принципе, кому надо быстро набрать энергию, это поможет. Так, и третье, гордыня. У всех союзных героев уровень атаки снижается на 30% до тех пор, пока кто-либо из них не применит особую способность. Но все равно, как ни крути, основные ДДшники это уже явные те герои, которые будут убивать всю команду врага. Это Крен, допустим, Аталия, Лукреция. В могилах это может быть будет Один, Деймон или Грыжа. Ну, короче, вы понимаете, да? Поэтому, как только ультанул, все, вы нормально уже будете поливать и убивать противника. И давайте покажу, какие усилители я взял. Заслон чемпиона, это, естественно, находящийся на вашей стороне поле боя, будет получать больше урона и наносить меньше. Голая щадия ада, это тоже, когда вы на поле боя противника, вы будете наносить больше и получать меньше. Рок войны, это при гибели врага, вы, получается, повышаете характеристики, окей. Боевое знамя, понятно, то есть там будет меньше урона получать. Хитроумная подзорная труба – это повышение урона, а рассеивающая стрела – это снятие положительных эффектов с противника. Ну все, давайте применять наши команды и будем проходить дальше. В общем, пойдем по левой стороне, тут, конечно, противный торрент, с торреном, ну так бывает, иногда сложновато. Давайте Нару поставим на Зафраэля и заставим их страдать. Не знаю, насколько они будут страдать, конечно, но я думаю, что мы будем проходить без потерь. Могильники это вообще очень мощная фракция, я очень жду, когда добавят наконец-то гравировку, потому что вы извините и распишитесь, вот все-таки я думаю, что гравюры на могил будут достойны. Хотя вот завтра мы с вами посмотрим на громил, и может быть, да, кстати, на громил сделают они хорошо. Просто как показывает практика, когда они вводят какую-то функцию, да, или функционал в игре, они сначала делают не очень, а потом начинают это все видоизменять и дополнять. Ну, это нормальная практика в играх подобного жанра. Так, кстати, можете порадоваться, за меня сегодня кухню заказал. Стоит бешеных денег, друзья. Все подорожало. Еще раз повторяюсь, цены растут как на дрожжах. Это пугает, потому что если так дальше будет продолжаться, ну, это ни в какие рамки. Где вообще, как вот, я не знаю, цены растут, а зарплаты не растут. Это только так в России бывает, да, наверное. По-другому никак не скажешь. Так, ладно, запускаем бой, тут мы будем использовать солянку небесных и подземных, мы должны, в принципе, такой пачкой тут выруливать. Лукреция тут, конечно, я ее поставил чисто для бонуса, чтобы быстрее набирать энергию, а основной урон тут все-таки будет, наверное, от Аталии. Ну, мне нравится вообще Изиш, мне нравится Альна, Альна скоро у меня докачается, я там вообще копил на основе. Скоро, друзья, мы с вами это все дело откроем, соберем мне Альну и начнем собирать уже Мегиру, потому что Заурата я покупаю с турнирки на своем основном сервачном аккаунте, ну, на наших глобальных, да, серваках, как вы понимаете. Так, ну вот они наши могилы. Можем еще, в принципе, Фару добавить, но я хочу просто поставить сюда непосредственно Нару. Нара очень крутая, она помогает. Очень хороший герой. Ставим просто на авто. И, в принципе, смотрим, что не особо-то мы сильно и как-то потеем тут. Друзья, ну честно, вообще не особо сильно потеем. Когда есть герои, сложности нет. Но если нет, допустим, героев,
то тогда, друзья, что могу сказать? Наемники вам в помощь или обновление противника. Так, тут крен, да, и тут скрят, и ворсан. Ну, я хочу, наверное, короче, поставить вот так. Да, давайте мы поставим вот так. Можем, конечно, сюда могилу поставить. И могилы тоже будет тут разносить. Так, братцы, живем. Там что-то крен мутит, короче, мне это не нравится. Нет, это победа. Правда, мы тут вообще там как-то между жизнью и смертью плаваем. Повысили еще уровень атаки и пойдем по стороне топорика. Топорик — это тема вообще просто отличная. Первую команду попробуем расшатать этой же пачкой. Тут, правда, долбанутый этот мезот. С мезотом бывает все очень сложно. Но тут еще и Салиса. А Салиса — это очень опасный оппонент. Особенно, когда она ультует. Она творит какую-то дичь. Ну да, как я и сказал, она творит дичь. Давайте мы отсюда уберем, наверное, Лукрецию. И, возможно, мы поставим сюда, вот, кстати, Фару. А чё, пусть стоит Фара. Фара своими призраками, дебафами мучает. Аталия сейчас там наложит кровотечение. Тем более, Аталия у меня с гравировочкой на 60. Это еще когда только вели гравировку на небесных, я так замутил, прокачал. Ну, не знаю, кстати, я не жалею нисколько. Она нормально всаживает, вообще нормально всаживает. Лукрецию, да, изменяет, допустим, да, и Аталия станет круче в Лукреции. Блин, ну не знаю, что они там нашли в Лукреции, что ее навык там не давал использовать ультимативные способности. Ну, бред бредом просто. Так, а тут, кстати, лесники. Я вот что-то не продумал эту тему. Могил против лесников ставит, тут еще и Раку. Он может добавить нам проблем. Ну, сейчас посмотрим. Нет, не добавит. Тут, короче, мы всем проблем добавим. Тем более у меня Один плюс 29 из 9. Вообще просто. Мне так нравится это ведро на башке у него. И что он творит? Вообще крутой герой. Очень крутой герой Один. Могильники и вообще фракция замечательная. Так, окей, оставляем эту пачку, идем дальше. Мы, кстати, с вами уже очень близки к прохождению. Можете уже оценить, в принципе, эти вот дебафы новые. Я думаю, что вы будете проходить нормально. Ну, хотя вот они начинаются проблемы. Вы сами все видите. Можно, кстати, тут могильников поставить. И вообще просто даже ничего не изобретать. Могилы должны их вынести на раз, два, три. Вытягиваем, допустим, Фокса. Или Скриата. Не, давайте вон Скриата вытянем. Грыжа, давай скелетиков призывай. Ух ты, еще и Один окорал тут вообще. Один еще и попал, получил пистонов. Давайте, короче, вот... А, у нас тут Сайлоса нет. Сорян, друзья, сорян, Дус. Я сюда Фару поставил, надо поставить Сайлоса. Вот она в чем проблема-то. Сейчас должно все быть по-другому, вот увидите. Да, с подхилом Сайлоса, конечно... Кому-то Дезира нравится. Мне Дезира тоже нравится, но мне и Сайлос нравится. Очень крутой герой. Так, а тут тоже, да, Один. Тут еще и Зафраэль этот долбанутый, который запрыгивает. Сейчас посмотрим, чье кунг-фу сильнее. Но зато Торана очень классно контрить именно Одином. Он ему вообще не дает никаких шансов. Торан просто страдалец. Он вздыхает за секунды. Один, 404 миллиона, вуаля. Дэймон даже ничего такого не показал, что показал тут непосредственно Один. Давайте вот против лесников тоже подеремся. Что-то лесники-то такие вайтовые. Сейчас мы Лику... Лика вообще лопнула. Вы посмотрите, какой урон всаживает Один. Бам, вообще просто изично, изично. Хочу посмотреть повтор. 200 миллионов от Одина. Вот вам и Один под усилителями. Короче, он на этих... На батончиках протеиновых, короче. Круто раздает. Очень круто раздает. Так, и поставим сюда твинов. А, нет, мы Фару хотели сюда поставить. Да, Фара, в принципе, круто зайдет. Сразу будем выбивать Лукрецию. Хотя тут вурк очень опасен. Но оставляем так. Че, Изиж, давай. Изижа, кстати, все качайте. Кто не прокачает, вы потом об этом пожалеете. И тут что-то какая-то боль. Я не ожидал. Че прям боль-то такая?
А талия просто лопается, как шарик. Ты чё, солнышко? Да ну нафиг, чё так больно-то? Вурк со своей баночкой, что ли, там? У неё здоровье растаяло на глазах. Я не заметил просто, как даже... Вот здоровье раз за секунды. Оно улетело. Да, Вурк. Вурк со своей долбанутой баночкой. Так, тут у нас громилы. Да, первое. Вот как раз пусть могилы их выщелкивают. Тут еще, кстати, этот Морель. Морель тоже очень мощный маг. Ну, я думаю, что могилы справятся. Хотя, что-то вот как-то больновато. Очень больновато. Я даже не ожидал, что так будет больно. Вы серьезно, что ли? Камон. Что за фигня-то? О, нифига себе. Нифига себе мне всаживают-то. Так, ну ладно, давайте вот так. Так, Нарочка сдохла. Ну давайте посмотрим, чем это все дело закончится. Победили, но Нару потеряли. Ладно, это ничего страшного. Вообще ничего страшного. А тут опять Антадра. Антадру вообще ненавижу, очень противный герой. Особенно, когда она дерется против вас. Она прыгает туда, куда я вот не надо, чтобы она прыгала. Она всегда убивает того, кого вы не ожидаете, что он сдохнет. И это может произойти на последних секундах. Ну, в общем, победа. Вот только тот бой какой-то был затупный. Тут Аталия выдала жесть. Ну, что мы можем тут поменять? Мне, в принципе, что-то можно же, да, убрать? Что-то не нужно. Ну, не знаю, давайте оставим все. Тут смысл-то менять уже. Вот, вот он, финальный бой. Тут мы можем, кстати, поставить, допустим, знаете кого? Мы можем сюда поставить Аталию, пусть она запрыгнет. Воткнуть сюда, наверное, вот так вот. Вот этих вот братюней. И попробовать вот такой вот пачкой раскидать всех. Но если даже кто-то сдохнет, вообще не страшно. И Аталия ультует, и всем до свидос. Сайлоса потеряли, но вообще пофигу. Ну, короче, вы поняли, да? Вот я Крена не ставил. Крен, кстати, у меня сдох на втором этаже. Там был неудачный бой с Тороном. Ну, а так, в целом, в принципе, проходимость лабиринта не такая уж и сложная. Сейчас еще вроде идет событие, когда вы можете быть прицепиком, да, у какого-то лидера. Вот используйте эту функцию. Тем более, что тут уже, я думаю, все выполнили вот это лирическое исследование. Мне вот осталось здесь вот только одолеть боссов лабиринта еще два раза и все. И все награды уже в копилочке. А вот эти, где там надо подраться определенным классом, это выполняется за два прохода, друзья. Это выполняется за два прохода. На этой ноте все. Завтра будем с вами уже смотреть патчнот 1.73. Вот. И будет еще с утра, кстати, лютый призыв, который я сделал тут недавно. Очень много ресурсов. Посмотрите, что упадет, мне зашло. Я думаю, вам тоже зайдет. Так что, до скорых встреч, друзья. Всем, кто посмотрел, спасибо. Не забудьте влепить лайк. Ну и репост, если не жалко, тоже сделайте. Будет очень приятно, друзья. Все, увидимся скоро.